Лежу в припадки просто. Хтось написав там в коментарях. Ну, время указал на відео, там, де ми з друзями, що то 22:50, по-моєму, чи щось таке. Стрілян. Да, 22:50. Написав, я взорвався. А я ж дивлюсь, що там такого смішного, думаю, на тому відео. А відео називається «Дружеська встреча». Це відео 22:50, мужчина написав, я взорвався. Я думаю, що там таке. Відкриваю, там Ігор каже, що приходиш в церкву і говориш, так і так, батюшка, я віжу Вінні-Пуха. Плакать от таких комментариев, от того, что у меня видео происходит. Ну, на самом деле, мужчина написав тоже, что меня душило. Вот, ну. Кстати, Господи, прости, баба Таня лежит сегодня, Оксана пошла к ней в больницу. И, значит, на 2400 купила, в общем, я деньги выслал, она добавила там свои, в общем, на один день вот это купила. И, значит, врач говорит, что шансы, конечно, маленькие, но она в глубокой коме, третьей стадии, вот эта кома, что, говорит, с той комы не выходит. Ну, я что-то, мне кажется, что должна она выздороветь. Что-то я так чувствую, что она должна выздороветь. Она поправится, она крепкая тетка. Должна поправиться, дай бог. Надо надеяться. Вот я в субботу еще деньги отправлю, Оксана пойдет, там вроде завтра кто-то пойдет, потом в пятницу вроде там из СТБ кто-то пойдет. Тоже по СТБ могли, правда, сделать ролик. Могли в новостях везде пустить, что вот Катерновская открыть счет, потому что, ну, что это? Ладно, в общем. Это, и значит, я рассказывал про сонный паралич, что меня душит, и меня, допустим, там, я могу Винни-Пуха видеть, там еще что-то. И вот я рассказал сегодня, что тетка бегала по стенам, ну, с коляской бегала по стенам. И парень пишет, что может это тебе знак был, что тетя Таня в коме, она просилась, что это, мол, тетя Таня бегала, а звук вот этой як его, тачки, что по стенам, это, мол, скорая помощь. Тетя Таня уже 6 или сколько дней лежит в коме, вот эта тетка, яка с тачкой по стенам бегала, она бегала еще в детстве. Оно повторяется. Вот эта тетка, Винни-Пухи периодически летают собаки, поэтому это не оттуда. И вот еще что я подумал, что, конечно, если оно, кто-то написал, это от беса. Ну, это такое, знаете, это можно сказать все, что угодно, но я могу сказать, что вот, действительно, я вот сколько литературы читал, сколько видео смотрел, и что, допустим, кто-то говорит, что Игорь ахинею несе, кто-то говорит, Игорь прав. Я могу сказать, что то, что говорит Игорь, то, что говорю я, оно может быть совсем, это не последняя инстанция. То есть, каждый по-своему думает, каждый считает то, что считает. Но я знаю одно, что когда ты молишься, матюкаешься, что бы ты ни делал, когда вот оно душит тебя, ты не можешь говорить, ты парализованный, лежишь вот так вот, ну, и все, и ты ничего не можешь с собой совладать. Молишься, не молишься, оно все до фени. Ничего не помогает. Матюкаешься, его молишься, крестишься, Отче наш, да воскреснет Бог и расточатся врази его, шел Господь на позе, все на свете. Нет, оно не помогает. Когда-то один раз у меня было, что мне дали Псалом 90, я вот это читал, живые помощи Вышнего, оно все так улетело от меня. А потом оно бесполезно, а то перестало помогать. То есть, ну, может, оно в голове вот это. То есть, если ты боишься, оно тебя одолевает вот это. Ну, в общем, ладно. Я вот одного мужика сегодня послухав, он рассказывал, что есть у человека три тела. Одно вот это вот физическое тело, потом одно какое-то духовное тело, а второе еще какое-то, когда вот, ну, я забыл, как того мужика звать. И вот он говорит, что человек просыпается просто в другом теле. Вот это астральное тело, оно не подчиняется мышцам. То есть ты когда просыпаешься, ты лежишь и ты понимаешь, что ну, ты не можешь шевелиться, ты не можешь ни пальцем, то есть что это значит? Что тело твое спит. Оно тебе не подвластно. То есть это не то тело. То есть это
твоє фізичне тіло спить, а астральне, він говорить, що воно підчиняється мислі, що ти можеш подумати, що ти взлетів, і ти взлетів. Ти можеш подумати, що ти стоїш возле кроваті, ти будеш стояти. Тобто у тебе є вже астрал. Ну, це мужчина там розсуждав, що ти знаходишся в тілі, яке не підчиняється твоїм мишцям. От це правильно, що ти як будто не в своєму тілі. Що лежить тіло, воно не двигається. Ти хочеш напрячь, воно не напрягається. Ні пальцем пошевелити ти не можеш. От і все. Ой. Це батюшка, я віжу Вінні-Пуха. Ігор придумав, батюшка, я віжу Вінні-Пуха. Батюшка скаже, свят, іди сюди, подальше. Ой. Хтось пише, що ходив ли ти в больницю. Я ходив к невропатологу или к психіатру, ні, невропатолог. І теж вона мене спрашувала, все, стукала по коленкам, по локтям, по голові, молоточком таким. Я їй розказую, що мене душе. Туда-сюда, значить. Вона мені каже, а я теж слышу домового, говорить, і він мене теж душить, говорить, і голосом мужа розговорює. Ти мені розказувала на прийомі, от це невропатолог, жінка. Ну що вона, говорить, ну що я можу сказати? А жінка написала, що це заболівання, навіть є таблетки. Написала названня таблеток, що це треба лечити, от це якоби. Ну не знаю, мене це з дитинства. Я був некрещений, мене почали душити, потім хрестився, я душила, сестра була крещена, ще з дитинства його теж почала років 16 душити, і брата мого душила, і сестру. Тобто, хто-то написав, що це у тебе, ти просто спиш, тобі сон сниться. Це не просто спиш, тобі сон сниться. Це ти лежу отак відкритими очима в общежитті. Ромка відкрив холодильник, достав колбасу, достав сир. Тот включив комп'ютер, там достав, ставив диск. А я лежу, стоїть огромна собака возле мене. Так розвернулась. Отак от раз і розсипалась на сотню мишей і розбіжалась. А раз, а мене душить. Потім відпустили, говорю, Ромка, говорю, ти брав із холодильника сир, колбасу, да, ти вставляв, да. Они все это, я все это видел, а плюс к этому еще галлюцинации. Вот оно как. Это не то, что там ты спишь, а тобі кажется. Ага. А то я не пробовал. Я уже что только не замечал, что только не делал. Батюшка, я вижу Винни-Пуха. Ой, это кошмар. У мене є відео про сонний параліч, я розказую подробно, як воно душило, що воно бувало, що це таке. Не знаю, що це таке. Ой. Батюшка, я вже мені пух. Ой, мої хороші, все, пока. Боже, яке воно голодне. Це киценька дівчинка гонуть. Це не той, десь того нема пірата. Бідненька, лишай за ухом. Ой-ой-ой-ой. Треба маззю помазати, нести чи що. Оце оцей пірат, що без глаза. Це брат, мабуть, Томаса. Ой, бідненький, без глаза ти мій. Кушає. Все, приятного апетита тобі.